На этой спартакиаде каждая команда стремилась к победе. Соревнования среди учеников сельских школ по традиции прошли в преддверии Дня химика. Место проведения состязаний неизменно – село Новая Юлюзань, которое уже несколько лет участвует в проекте «Дрозд-село». Проект «Дрозд-село» заработал у нас с 2015 года. И в этот проект входит 12 сел. С этого села практически мы начали свою работу. Здесь при помощи компании «Фосагро» и администрации города Балакова уже сделан зал греко-римской борьбы, оформлен спортивный зал, отремонтирован. А в прошлом году на месте разбитого футбольного поля появился спортивный комплекс, который оборудован при поддержке компании «Фосагро» и федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Этот стадион стал местом проведения различных соревнований с участием школьников из ближайших сел, и местные жители бережно относятся к этой площадке. За целый год с ней ничего не произошло, дети активно ей пользуются, это даже заметно по сетке футбольной, да, по покрытию. Они понимают о том, что это сделали конкретно для них, поэтому чем дольше у них это сохранится, тем дольше они будут тренироваться. Баскетбол, футбол, дартс и настольный теннис – эти виды спорта стали традиционными для спартакиады. На площадке царил спортивный азарт, но при этом все участники относились друг к другу с уважением, без негатива. Ведь команды из Новой Елюзани, Комсомольского, Наумовки, Малой Быковки и Новополеводина – давние друзья, которых объединяет любовь к спорту. И благодаря поддержке компании «Фосагро» и проекту «Дрозд-село» они могут тренироваться и соревноваться в комфортных условиях. Пусть спортивные вершины будут у вас обязательно. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, ведь вы – наше будущее. Команду победителя на этих соревнованиях выявляли по общей сумме баллов, набранных по всем видам спорта. Переходящий кубок вручили команде школы села Новополеводина, которая показала лучшие результаты. Немного им уступили ребята из Малой Быковки, завоевав серебро соревнований. Третье место разделили спортсмены из Наумовки и Новой Елюзани, а четвертое место заняла команда из села Комсомольска. Ну а осенью в Маянге состоится еще одна спартакиада, которая объединит ребят из других сел участников проекта «Дрозд-село».